Сейчас время музыкальной рубрики. И по многочисленным просьбам мы повторяем песню «Асоль» в исполнении Лилии Абрамович. Очень приятно, что передача «Маленькая страна» имеет своих телезрителей, поклонников. Рубрика «И я поздравляю тебя» снова с вами. Сегодня я вам расскажу, как празднуются дни рождения в разных странах. Во Вьетнаме с Новым годом? Да-да, во Вьетнаме дни рождения отмечаются в Новый год, который они называют Тет. По традиции в день Тет они все разом добавляют к своему возрасту еще один год. У нас дергают за уши, чтобы именинник рос быстрее. В Китае по традиции в день рождения надо съесть тарелку лапши. Не откусывая, чем длиннее макаронина, тем длиннее жизнь. А в Ирландии именинника бьют об пол за каждый прожитый год и еще раз на счастье. На Ямайке посыпают пылью веков, роль которой исполняет мука. В Мексике разбивают пиньяту. Вы это не раз видели, ребята. Масляный нос в Канаде, но в той части Канады, которая ближе к Атлантическому океану. В день рождения устраивают засады на именинника. Задача – измазать их носы чем-нибудь, чаще всего маслом, чтобы беды и напасти держались на расстоянии. Во время празднования рождения устраивают засады на именинника. Сейчас для всех, кто родился в феврале, звучит эта песня. Прям на скале мечтой других разнят. Смеялись люди над осой от зависти мирской. А нежная осоль была с возвышенной душой. С мечтой о счастье даже не босой. А там вдали фрегат плывет, игрой зовет тосой. Другие паруса надул, признал фрегат печалу. И к изумлению всех печал, все парусов пылал им. С мечтой о счастье, даже не ненося, смотрела море. Горизонт, и
наша передача заканчивается. С вами была Ева Сатарова. Увидимся в следующий раз. Пока-пока. И я поздравляю тебя утро этого дня.